Гаражный комплекс в центре Самары. За воротами одного из них Иван Калмыков и Семен Романов занимаются редкой для России технологией – гроубоксинг. Ребята выращивают клубнику в закрытом грунте. Такой метод позволяет собирать урожай круглый год. И при этом никаких химикатов и ускорителей роста, только натуральные удобрения и любовь. Ради этого Иван полгода назад бросил работу в крупной нефтяной компании. Теперь, говорит, даже по утрам просыпаться радостнее. В один прекрасный момент я понял, что как-то я не так живу. Надо пожить и для себя, и заняться любимым делом, свое удовольствие. Думал-думал, тут настала весна, поехал в деревню к родителям в огород, поработал там. Красота! Скоро зацветут 57 кустов клубники. Электроника поддерживает температуру, идеальную для растений, чуть выше 25 градусов. Все оборудование – дело рук Семена. По образованию он радиотехник. В его руках обычный бельевой шкаф за 10 дней превратился в бокс с настоящей климатической системой. Разработали устройство вот это вот, которое следит полностью за климатикой. То есть не просто там отдельно за температурой или влажностью, а вообще свет, климат, полив и так далее. То есть оно еще может управлять автополивом, но у нас здесь просто не реализовано, потому что это тестовый бокс. Чтобы заменить этот бокс на оборудование посерьезнее и увеличить плантацию клубники до 500 кустов, ребята собирают средства на краудфандинговой платформе в интернете. Спонсором может стать каждый. Среди вознаграждений – варенье и несколько килограммов клубники. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Константин Головин. События.